Телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской» публикует расписание работы ботанического сада. Цветущий оазис в самом центре Самары ждет посетителей в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 10 до 20 часов. Среда – санитарный день. В субботу и воскресенье ботанический сад работает с 10 до 17 часов. Оранжерея открыта в понедельник, вторник и четверг с 13 до 15.30. Администрация железнодорожного района Самары сообщает, что продолжаются работы по ремонту внутриквартального проезда в рамках проекта «Комфортная городская среда» по адресу улицы Красноармейская, 153. На данном этапе ведутся работы по планировке территории под парковку. Администрация Красноглинского района Самары показала в телеграм-канале, как благоустраивает территорию сквера у ЗАГСа в поселке Управленческий. Там завершаются работы по укладке тротуарного покрытия, пешеходных дорожек. Подрядная организация завезла земляной грунт. В дальнейшем посеют траву и высадят цветники. Все работы по обновлению территории тоже идут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В Самаре начался прием заявок на участие в бизнес-акселераторе «Ты предприниматель». Он пройдет для молодых бизнесменов, претендующих на грант. Бесплатное обучение является обязательным этапом для получения гранта, пишет телеграм-канал администрации Кировского района Самары. Заявки на бизнес-акселератор «Ты предприниматель» принимаются до 12 июля. Стартовала первая смена военно-патриотического лагеря «Страна героев». Проект реализуется в Самаре впервые на базе молодежного центра «Лесная сказка». В программе спортивные мероприятия, преодоление туристических трасс, смелые творческие дебюты и многое-многое другое, сообщает городской департамент образования.